בוקר טוב, אנחנו דף ימי טרקטט, בבא קמא דף מ"א, פיסת פרווי, טרקטט בבא קמא, יהיה רצון שדברי תורה יהיו נשמת תורה שלנו כולם, על ידי ראשי לשפת עם ישראל, ומפורט עם ישראל, שלום עמד בעולם, רפואה שלמה, שלום ומפורט שלמה עמד תקיעה בין רחל בעזרת השם. Так, мы повторим то, что мы сказали на предыдущем листе. Равнахман сказал, би, который упал в яму глубиной в 6 кулаков, и хозяин его зарезал, этот бык стал тареф. Почему? Потому что он скорее сам себе поломал какие-то органы или так далее. Гмара говорит, мы сказали, что меньше чем 10 не работает. И мы сказали, что Тора говорит, в конце концов Гмара объяснила, что от земли тело быка или коровы, его живот, все выше как минимум на 4 кулака, правильно? Поэтому о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что эта корова лежала на земле, и она скатилась в яму. Поэтому она отбила себе что-то. И скажет, что человек, который построил дом, он должен построить забор. Когда он должен построить забор? Когда его территория выше улицы на 10 кулаков. А если она ниже, то тогда, как вот здесь он нарисовали, если мы видим, здесь у меня дом на высоте, на 10 кулаков под земли. Здесь сейчас я у себя во дворе обязан поставить забор, чтобы кто-то сюда не упал, на улицу не упал. А если у меня наоборот, у меня дом находится в глубине, то есть улица выше моего дома на 10 кулаков. И если кто-то упадет, он упадет ко мне во двор и разобьется. Кто должен поставить забор? Не я должен поставить забор, а уже государство, город должен поставить забор. Почему? Потому что у меня не выше, чем 10 кулаков. В этом случае я освобождаюсь. Так, Тора говорит, китивне байт хадаш, васита маги легагеха. Когда ты построишь новый дом, сделай забор для крыши, имеется в виду крыша, по которой человек ходит. И здесь нам красиво нарисовали, что мы сказали, человек, который его приговорили к смерти, поднимали его на крышу двухэтажного дома, это было 6 локтей и 3 локтя его высота, оттуда он падал, мы не бросаем его с 10 до этажа, мы сказали, чтобы он на части не разлетелся. Здесь он падал головой вниз и тут же должен был умереть от удара головой об землю. Это то, что было на предыдущем листе. Дальше следующая мечта говорит так. Бор шельшне шутафим. Авар алава решен вело хисау вашени вело хисау хисау вашени хаяв. Яма, которая принадлежит двум людям. Первый, скажем, открыл яму и не закрыл. Второй не закрыл ее. Кто виноват? Виноват второй, говорит мечта. Потому что он не закрыл. Теперь Раши объясняет, бишнеу, бишинхо решен лифне лешини, шемиштамеш тахила, шемиштамеш ведуле, кшалахло. Скажем, это был колодец. Первый партнер этой ямы, говорит Раши, он набрал себе воду и ушел, когда уже второй был там, и второй начал набирать. То есть он сказал, это яма для тебя, сейчас ты за нее отвечаешь. И поэтому, так как уже первый получил как бы ответственность за эту яму второму, отвечает за, если кто-то провалился в эту яму, только второй. Но если второго там не было, то тогда они оба отвечают. Спрашивает Гмара, как так может быть, чтобы яма принадлежала двум людям? Теперь мы сказали на прошлом уроке, что есть спор между Рабби Ишмаэль и Рабби Акива. Рабби Акива говорит, про какую яму Тора говорит, яма, которая в частном владении. Даже в частном владении кто-то в эту яму провалился, хозяин ямы виноват. Рабби Ишмаэль говорит, нет, Тора говорит про яму на улице, в общественном владении. Помни, Рабби Акива, больше пишет, что я, мяхзашешнеем, уборшешнеем, вейфкиру решутан, веро ивкиру бона. По мнению Рабби Акива, что человек обязан заплатить за ущерб даже в частном владении. Эта земля принадлежит двум людям. Они эту яму откопали вместе, это яма их обоих. И яма, и территория вокруг ямы. Потом они от территории вокруг ямы отказались, но яма осталась в их владении. И туда кто-то провалился, оба они отвечают за эту яму. А по мнению, что человек отвечает за яму только в общественном владении. Как так может быть, чтобы было у двух людей? Бор шебешуто пату. В частном владении он освобожден, по мнению Рабби Ишмаэля. Кто тебя просил заходить ко мне во двор и падать в мою яму? Это моя яма, ты не имеешь ходить, правда? Поэтому Тора говорит про яму на улице, которую человек откопал. В такой яме может быть один хозяин, тот, кто ее откопал, он ее хозяин теперь. Он на самом деле не является хозяином территории, на которой находится эта яма. И яма не его, но Тора сделала, как будто это яма его. Как мы сказали на Песах, две вещи Тора сделала, когда человеку они не принадлежат, ответственным за это место. Первое это Песах. На Песах хамец не наш, потому что в полдень до Песаха уже хамец аннулируется у евреев. Тора забирает
владение еврея хамецем, но если, тогда, если у меня остался хамец на Песах, я все равно нарушаю запрет не иметь хамец на Песах, хотя он по Торе и не мой. И то же самое яма. Яма на улице, человек открыл, там или электрики работали, открыли яму и не закрыли. Кто отвечает? Тот, кто открыл. Наверное, как здесь так? Кроме этого, Гмара говорит, не может быть случая, что, ага, Рувен и Шимон сказали Леви, Леви, иди откопай яму. И Леви яму откопал, и кто-то туда провалился. Кто виноват? Только Леви. Кто является хозяином этой ямы? Этой ямы только Леви. Мы сказали, эн шалях ли два равера. Человек, я не могу сказать кому-то, иди и кого-то убей. И если он убил, кто отвечает за убийство? Тот, кто убил. Тот, кто послал, не отвечает. Почему, говорим, ты должен слушать кого? Ты должен слушать учителя, а не ученика. Бог сказал, не убивай. Как ты мог послушать человека и пойти убить? Поэтому нет посланника для греха. Для мицвы я могу кого-то назначить посланником, но для греха нет. Как бы там мило говорить, а что мы, если мы скажем? Кегон, ше, окружные, хуля, беват, эхат, вишли, муласа. Что там было? Там было так, что яму откопали, была яма глубиной 9 кулаков. И внутри ямы, скажем, было выложено камнями или кирпичами в глубину в один кулак. И они вот этот камень вытащили с дна этой ямы вместе. То есть яма была 9 кулаков, внутри был камень, который был в один кулак, вытащили вместе этот камень, тяжелый камень, яма стала глубиной 10 кулаков, так они получились партнерами в этой яме. Но мы не можем сказать, говорит Мара, мы не можем сказать, что один откопал 5 кулаков, и второй откопал еще 5 кулаков. Почему? Потому что, если так было, Авраам откопал 5 кулаков в яму, Ицхак откопал еще 5 кулаков, сейчас яма стала глубиной в 10 кулаков, упал туда осел и умер. Кто виноват? Кто отвечает за осла? Теперь здесь спор, хахамим говорят так. Реби хахамим ахрон хаял. Или яма была даже глубиной 10 кулаков, и второй выкопал чего лишь один кулак, умер туда осел, и Реби хахамим согласны, за смерть отвечает последний, который эту яму докопал до 10 кулаков. Потому что он закончил эту яму и сделал ее размером, который может убить животное. Но то, что касается ущерба, животное туда упало, но не умерло, а сломало ногу. Кто отвечает? Хахамим говорят, тот, кто докопал эту яму до 10 кулаков, он отвечает и за смерть, и за ущерб. Первый откопал 9 кулаков, он не отвечает ни за что. Ни за ущерб, ни за смерть. Реби говорит, нет, да, за смерть отвечает только последний, но за ущерб отвечает оба. Это спор между ними. Теперь, о чем они спорят? Пасук говорит в Торе так. Вехи ифтах иш. Написано в Торе, интересно. Вехи ифтах иш бор. Если человек откроет яму, то есть чтобы яма, люк там уже этот был, яма уже была, он всего лишь открыл крышку. И кто-то туда упал, он отвечает, он эту яму не копал, он отвечает за эту яму. Окихре ишбор, или человек, который выкопал яму. Теперь Торе написано здесь, как откроет человек. Зачем вот это слово иш? И здесь тоже откопает человек. Вот это слово иш, понятно, что это человек. Поэтому говорит Марата. Хахамим объясняет, кихре ишбор, вямет иеро. И дальше написано, а мертвый будет ему. Кому? Хозяину ямы. Вот это слово иш, хахамим говорят. Человек откопает человек. Один человек, а не два человека. То есть слово «иш» в Торе исключает, что два человека отвечают за одну яму. «Эхад верошна» – другое объяснение. «Вамет еро» – «Агу декра авид мита» – «Мертвый осел будет принадлежать ему». Кому тому? Тот, кто выкопал яму до 10 кулаков. Сделал ее способной нанести смерть. Как объясняет Раши? «Вихи мита лензики». Поэтому, а то, что слово написано «иш», исключает, что первый не отвечает ни за ущерб, ни за смерть. Но Реби говорит нет. Реби говорит «шнеем хаявим». Оба отвечают за ущерб. Почему? А ведь чуран языкин, потому что первый уже выкопал яму достаточно, чтобы нанести ущерб. Да, не убить, но нанести ущерб. А то, что написано «иш бор», «иш верошер». Кто отвечает за яму? Когда человек выкопал, а не бык, а не животное. Она приводит две брайты, которые вроде противоречат. Что написано? Эхат охофер бор асара, ве убо уба ахер вишлима ле исрим. Уба ахер вишлима ле шлушим, хулан хайвин. Один человек откопал яму в 10 кулаков. Кто туда упадет, уже 100% умрет. Второй пришел, выкопал еще 10, и она стала глубиной в 20.
Пришел третий, выкопал еще 10, и она стала глубиной в 30. Кто-то упал, животное упало там и умерло. Оп, все отвечают, все трое. Другая братья говорит, нет. Интересно. Эхада хофер бор асара. Увахер весьет вехиет. Ахарон хай. Человек выкопал яму глубиной в 10 кулаков. Пришел другой человек и эту яму покрасил, побелил, заштуковал, зашкатурил. Кто отвечает? Отвечает только последний. И вроде бы первое братья идет по мнению Рэби, который говорит, человек первый, второй, все отвечают из-за ущерб, из-за убийства. А вторая идет по мудрецам. Но Гмара говорит, что можно, говорит, развить, объяснить и ту, и другую брайту, и по мудрецам, и по Рабиуда. Говорит так, первое, когда мы сказали, первый выкопал 10, второй 20, третий 30, кулам хайвин, все отвечают, почему? Деават каши урмита. Первый уже выкопал яму достаточно, чтобы убить животное. И все остальные виноваты вместе с ним. Объясняет Раши, что слово человек иш не исключает первого человека. Почему? Когда он исключает первого человека, когда первый человек не выкопал 10 кулаков. Там не может животное умереть до 10 кулаков. Поэтому если он не выкопал 10 кулаков, он из этого и исключается за ответственность за смерть. Но когда он уже выкопал 10 кулаков, и второй выкопал 20-30, они все отвечают одинаково. А то, что мы сказали, второе брайта, где человек, яма была 10 кулаков, он взял ее, покрасил, побелил, заштукатурил. А Харон Хайн только последний отвечает. Почему? Шелю ая бо хевель лимита, ува ахер веосив ба хевель лимита. Сказали, есть две причины, по которым хахамим говорят спор, почему животное, которое упало в яму и умерло, почему человек отвечает. Одна причина, что оно умерло от удара, вторая причина, что там было недостаточно воздуха. На самом деле, хевель, это говорит, что там нехороший воздух на глубине этой ямы. Поэтому, когда первый выкопал яму, яма была достаточно широкой, и там было достаточно воздуха, что если животное туда упадет, оно не умрет. Второй, который сейчас эту яму покрасил, заштукатурил, побелил, что он сейчас сделал? Он сделал эту яму уже. И стало там этого воздуха нехорошего больше. Шело ая бо хевель, лимита ува ахер веусив ба хевель, лимита. И поэтому второй, который сделал эту яму уже, и воздуха стало меньше. То есть хорошего воздуха, плохого воздуха стало больше, он за это отвечает. Это объяснит братья по мнению обоих. Другое объяснение, говорит Марне. Можно объяснить, как говорит Рэб. Что первое, ахарон хаяв, кигон шело ая бо хевель, ло лимита вело незгин. Первая яма была, как мы сказали, он выкопал 10 локтей, но она была достаточно широкая, что там не было вот этого нехорошего воздуха ни для ущерба, ни для смерти. Второй, который заштукатурил, он сделал ее уже, плохого воздуха стало больше, поэтому животное могло там или разбиться, или покалечиться, умереть, или покалечиться. А вторая, кулам хаявин, дават кама шурам митам низгин. Вторая, как мы сказали, первый уже выкопал яму на 10 кулаков, животное могло упасть и разбиться. Второй, третий отвечает вместе с ним. Первый вопрос такой. А что если была яма в 10 кулаков? Пришел человек и сверху выложил кирпичи высотой в один кулак. Сколько сейчас стала яма глубоко? Не обязательно, что ее выкопать надо. Она стала в 10 кулаков. Он за эту яму отвечает. А что если, говорит Гмара, то же самое, он поставил 10 кулаков, или один кулак сверху, стало 10 кулаков, или яма была в 9 кулаков, он выкопал еще один кулак, получилось 10. Потом он сделал чува, пришел и эти кирпичи вокруг разобрал, последний кулак, который он положил, или тот кулак, который он докопал до 10, он его снова засыпал. Отвечает он ли до сих пор за яму или нет? Стала это ли яма его, когда он этот кирпич вокруг выложил, и ответственность с первого снялась, и стала на вторым или же нет? То это Гмара на этот вопрос не отвечает, говорит Тейко, безрадочным придет Илья Онови и нам на этот вопрос ответит. Дальше мы говорим так. Шмуэль Бармана говорит так. Борш мона умехен шне тфахим маим хаяв. Если яма есть глубиной 8 кулаков, из этих 8 кулаков 6 воздух и 2 последних кулака глубина там вода. Всего 8 кулаков. Говорит Шмуэль Барматна, упал туда осел и умер. Корова, бык упал и умер, отвечает хозяин этой ямы. Почему? Каждый кулак воды, он равносилен двум кулакам воздуха в этой яме. Поэтому если 6 и 2 кулака воды, получается всего здесь 6 плюс 4. И есть 10 в глубине, поэтому он отвечает. Потому что говорит главное, что вот этот нехороший воздух в каждом кулаке воды равносилен двум кулакам воздуха. Коль тефах де майя, китре де ябеша дами.
Гемара спрашивает другие пропорции. А что если наоборот? Борча умеете факехад маем. А что если ляма была глубиной в 9 кулаков, 8 из них воздух, 1 кулак земля, опять получается 10. Или борчива умеен шрушат фахимаем. Ляма была в 7 кулаков, из них 3 кулака воды. То есть 4 кулака воздуха, 6 кулаков воды. Мау, теко на этот вопрос Гемара тоже не отвечает. На предыдущем вопросе, как мы сказали, что человек выложил один кулак кирпича вокруг, стало 10, потом его разобрал. Разбирает Рав Шах такой вопрос. Он приходит к себе домой. Наем то его жена испекла кейк, печеная и для семьи, и для гоя. Он говорит, слушай, проблема в том, что в Йом Тов можно варить печь для еврея, для гоя нельзя. Ты не должна была эта печь для нашего гоя был, который им помог и так далее. Она хотела его отблагодарить. Вопрос был у него такой, что если сейчас оба эти печеных кейка съедят евреи, исправили они ретроактивно то, что она испекла его для гоя? Или другой вопрос. Человек взял и в шаббат стал варить еду. Забыл, неважно, умышленно, неумышленно, стал варить, потом свое, я шаббат, что я делаю? Взял эту еду и принес человеку, который был при смерти. Ему нужен был этот бульонный сок, который он ему принес. Для такого человека можно было варить. Но когда он начал варить, он не варил для него. Он варил просто так. Вопрос, и может ли он изменить то, что он сделал, изначально мысли у него были неправильные. Другой вопрос. Рувен выкопал яму 8 кулаков. Пришел Шимон и налил туда 2 кулака воды. Кто вроде должен отвечать? Шимон. Но можешь ли Шимон сказать, слушай, какая разница, кто туда воду? Я туда воду налил, если бы я воду не налил, пошел бы дождь. Он бы, эта яма тоже заполнилась. И тогда из этих 8 кулаков она бы стала считаться ямой из 10 кулаков. И почему я должен за это отвечать? Или может мы скажем, что есть разница, было это летом, когда дождей нету, или было это зимой. Как бы там ни было, Гемара продолжает говорить так. Ирхиво мам. Что если была яма одного определенного размера, а потом человек пришел и эту яму расширил. Она была глубиной в 10 кулаков, шириной 5 кулаков. Он сделал, добавил еще один кулак. А ты? Кто отвечает теперь? Яма уже сама по себе убила бы это животное. Он в глубину ничего не сделал, сделал только в ширину. Отвечает он за эту яму или нет? Говорит Гемара, первый день говорит Пату. Харе ми эт хевла. Он от наказания освобожден. Почему? Потому что эта яма стала шире, нехорошего воздуха, хеви, пар, который из него выходит, стало меньше, поэтому он освобожден. Другой говорит, нет, хаяв. Харе кирев хизика. Нет. Он виноват. Почему? Потому что, скажем, животное привыкла ходить на этой улице. И она знала, что до такого дома, до определенного дома, ямы нету. И она останавливалась. Здесь сейчас он ее в сторону расширил. Животное не придало значения и провалилось. Теперь он приблизил смерть этого животного. И Гемара приводит два варианта. Раваши говорит так. И бехевла мита, если это животное умерло из-за воздуха там, он освобожден. Почему? Яма стала выше, нехорошего воздуха стало больше. И бехава там это арек ервизга. Но если она умерла из-за удара, который она получила от земли, тогда он будет освобожден. Он будет виноват, потому что он приблизил ее смерть, она быстрее в эту яму упала. Это первая версия. Вторая версия, Раваши говорит, имя Игиса Нафаль. Зависит от того, с какой стороны этот бык в эту яму провалился. Если провалился с той стороны, где он ее расширил, то тогда он приблизил его смерть. И он виноват. И кривизика, имя Идаргиса Нафаль, Ареми Этхибра. Но если с другой стороны упал, то он сделал там больше хорошего воздуха, он освобождал. Вопрос, который разбирает, спросили равно. Человек идет по улице, увидел, что кейбл, электрический кейбл валяется на земле. Кто-то наступит, может умереть, опасность для жизни. Считается ли это опасностью для жизни? И кто тот, кто этот кейбл обнаружил, этот кабель обнаружил, он имеет право позвонить, чтобы пришли его и убрали, изолировали. Да или нет? С одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, говорит, нет, ты нашел, ты здесь должен стоять. Ты не имеешь права позвонить и нарушить шаббат, потому что ты должен следить за тем, чтобы люди здесь не пострадали. Следующий спор, который Гемара говорит так. Борши омко керохово. Если яма у нас квадратная, ее вот как куб, ширина и глубина одинаковая 10 кулаков. Хадама леолам ешба. Человек, который теперь виноват или нет, Гемара говорит так. Когда мы говорим, что в яме есть плохой воздух, это только если леолам еш бахевель, а чие рахва йотер аль умка. Если ширина ямы больше, чем ее глубина, то там нету этого нехорошего воздуха, который может убить. Но если больше, то да. Другая говорит, поэтому он будет, если яма одинакового размера, виновен.
Вехад амар леолам эн бахевел ад шие омка йотер аль рохба. Второе мнение говорит, нет, когда в этой яме есть столько нехорошего воздуха, что она убьет животное, когда глубина выше, чем ширина. У Гаоми Плус был такой вопрос. Знаете, там в России, в Польше зимой реки затягивались льдом. Человек шел по такому льду, лед проломился, и он туда пропал. Упал и больше его не видел. Имеет ли право его жена выйти замуж или нет? Теперь у нас есть закон, человек, который утонул в море, мы его не видели. Мы говорим, что его жена не разрешается, она считается замужней. Почему? Потому что мы говорим, он здесь упал, там он вышел на другом берегу, и мы не знаем, скорее всего, он живой. Но здесь он говорит больше вариантов, чтобы разрешить ей выйти замуж. Почему? Потому что, во-первых, здесь лед. Второе, может быть, он там ударился о другую глыбу льда. Чем он дышал и так далее, это был большой-большой тяжелый вопрос, что сделать его жену. И Гмара дальше возвращается к тому, с чего мы начали. Что Гмара говорит, авара лава ришон вело хисав, ве ашини вело хисав, ашини хаяв. Человек, мы сказали, у них есть общий колодец. Колодец обычно был закрыт. Пришел первый человек, набрал воду и не закрыл. Второй человек, два партнера. Второй партнер набрал свою воду и не закрыл. Кто виноват? Только второй. Почему не первый? Говорит Гмара. Первый говорит, чем мишемасало, мишеменихо, миштамеш. Что когда второй начал зачерпывать воду, первый еще был там, и он оставил ему, они были вместе, то я закончил, я ушел. Я уже нет, второй начал оттуда доставать воду, должен был закрыть, не закрыл, он виноват, отвечает. Другой говорит, нет, мишим соло далья. Пока первый не передал крышку второму, он тоже отвечает за эту яму, которую он не покрыл. В чем здесь спор, мораль объясняет он очень. Спор между Раби Элиэзер, Бен Яаков и Хахамим. Вопрос такой, вот эта яма, колодец, который они набирают, вода там общая или вода у каждого отдельная? Что это? Есть брера или энбрера? Что это значит? Говорит Раби Элиэзер бен Яаков так. Раби Элиэзер бен Яаков говорит так, когда он первый пришел зачерпывать свою воду, в колодце чья вода, в колодце одна вода. Но так как они партнеры, я говорю, первый зачерпнул воду, он взял с этого колодца свою воду. Второй пришел зачерпывать, второй взял свою воду, несмотря на то, что эта вода общая. Поэтому Раби Элиэзер бен Яаков говорит, пока первый не отдал крышку второму, он отвечает за этот колодец каждый. Потому что каждый из них ответственен по отдельности. Но хахами говорят, нет, вода общая. Поэтому, когда первый зачерпывал воду, он брал и свою воду, и одалживал воду второго. И второй, когда зачерпывал воду, он получал свою воду и одалживал воду второго. А тот, кто одалживает, он отвечает за любой ущерб. На что это похоже, говорит два друга. Два соседа жили в одном дворе. Один второму говорит, слушай, я тебя никакой пользы не буду получать, я тебя видеть не хочу, слышать не хочу. Теперь вопрос. Раби Элиэзер бен Яаков говорит, каждый из них, у них общий двор. Каждый из них может зайти, потому что каждый заходит на территорию своего двора. Хахами говорят, оба не имеют права в этот двор заходить. Двор общий, и каждый шаг, который он поставил, половина его ступни на его территории, а половина его ступни на его территории. Поэтому и даже мы не можем сказать ретроактивно, что нет. Когда я наступил именно на свою территорию. Так говорит Элиэзер бен Яаков. Я говорю, я наступил на свою территорию, на твою не стал, они могут заходить. Хахами говорят, не могут заходить. Другой вопрос на основании этой гмары. Я взял деньги и сказал Мулойсов, купите, пожалуйста, лотерейный билет. Он пошел купил два лотерейных билета. Один для себя и один для меня. И оба лотерейных билета у него. Потом один лотерейный билет был выигрышным. Чьи это деньги? Может ли он сказать, о, когда я купил билет, вот этот выигрышный билет я купил для себя, второй для тебя. Или я скажу, я тебе послал. Скорее всего, это деньги останутся не у него. Почему? Потому что тот, у кого деньги, он считается их хозяином. Как бы там ни было, да, поэтому мы с вами говорили, не торопитесь давать деньги. У нас мы сказали, хамусиме хаверу алабарая. Человек, который хочет, я пришел, говорю, Элиэзер мне должен $100. Кто должен доказать, что он должен? Я должен доказать, что он мне должен. Или он должен доказать, что он мне не должен. Я должен доказать. Тот, кто хочет получить деньги, он не должен доказать. Как бы там ни было. Теперь Элиэзер говорит здесь так. Человек, который продал яму, он отдал ему крышку. Считается, что яму продал. Как же здесь, что значит отдал крышку? Он говорит, мухузак. Человек, кто что-то покупает, мы с вами говорили. Пока он какое-то действие не сделает, одни деньги не приобретают эту вещь. Поэтому два человека поговорили. Один говорит, я хочу купить машину. Второй говорит, да, я прокатаюсь. Он говорит, вот тебе ключи, ты можешь проехаться. Он проехался, он эту машину приобрел. И уже от сделки не может отказаться. То же самое дом. А?
Они уже договорились, даже если не дал. Даже если не дал, то же самое дом. Да, человек дал деньги за дом. Пока он что-то не сделал, не получил ключи, не закрыл, не открыл дверь, этот дом еще не его. Деньги недостаточно, чтобы приобрести движимость или недвижимость. Так как мы дальше будем с вами проходить. Тайтл дома на него имеет. Раби Йошуа бен Леви говорит, тайтл не на него. Я должен, поэтому написано, когда Авраам пришел в Эрец-Исраэль, написано, он прошел с ее севера на юг и с запада на восток. Этим он показал, что он эту землю приобрел. Поэтому хахамин говорят, человек, который покупает этрог лулав перед Суккот, не покупайте это у детей, которые меньше 13 лет. Почему? Потому что этот этрог лулав должен быть моим. А ребенок, который меньше бар мицвы, он не может что-то мне отдать, продать, эта вещь не его. Типа, Рав Янай говорит, что как продаются животные. У нас говорили, я помню, говорят, каш мол бодр, что это каш? Потяни, ты деньги за этого барашка заплатил, ты пока его к себе не приснул, он еще не твой. Поэтому он здесь говорит, человек, который передал ему вот этот мешиха, он этого барашка приобрел. Закройте там дверь, пожалуйста. Он говорит так, и сегодня, например, на 47-й, человек делает бизнес у хасидов, как они договариваются, пожали друг другу руку, сказали мазалу браха, сделка заключена. И даже ничего не подписали, и ничего не отказали, сегодня принято, что это достаточно, это уже сделка считается сделкой. Теперь, Рабиаков говорит, что вот это за то, что нужно починить, он передал. Одно объяснение, что у пастуха был колокольчик, и животные знали, что это колокольчик пастуха, и когда он этот колокольчик звенел, они все с ним собирались. Другое объяснение, что там был козел, как у нас говорили, козел провокатор. Козел, за которым шло все стадо. Вот этого козла, когда человек передал, он это стадо ему продал. Интересно, говорит Гемара, что когда пастух хочет наказать своих животных, которые его не служат, что он делает? Он берет вот этого козла, который слепой. И козел идет, не знает куда. Провалился в яму, все провалятся в яму. Провалился в ограх, все провалятся. И Раши говорит, что это аллегория для нас, что когда, не дай Бог, еврейский народ не заслуживает, то у него неправильные лидеры, которые неправильно его ведут. И закончим на истории, что Адмор Мибелс, когда он болел, у него было несколько операций. Последняя операция, он знал, что он не вернется. Он был на операционном столе, профессор еврей делал ему операцию. Он говорит, ты веришь в Бога? Он говорит, да, я в Бога верю. Он говорит, а ты веришь, что Машиах придет на белом осле? Он говорит, нет, это я верить уже не могу. Ну как можно? Сейчас есть армия, самолеты, все это. Как? Или там армия, я не знаю, тогда самолеты были или нет. Как бы там ни было. Как так может быть, что Машиах придет на белом осле и всех победит и будет правителем? Как так может быть? Он говорит тогда, Рабшо Мибелс, он поднял свои веки, и врач, этот доктор, взглянул ему в глаза и от страха говорит, рабай, я все верю. Он говорит, что если он только одним взглядом смог вселить в него такой страх, то Машиах тем более. Его сын спросил этого адмора, зачем ему надо в последний момент, что его, хотел еще одного профессора и еще одного еврея сделать верующим? Он говорит, нет. Когда он был там, в госпитале, было 9 евреев. 9 верующих и вот этот профессор. И он говорит, он хотел, что когда он отдавал свою душу Всевышнему, чтобы было там 10 полностью верующих. Поэтому он спросил его этот вопрос и сделал так, что он верил и во Всевышнего, и в приход Машиаха, что пришел в скором времени в наши дни. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.